Чем могу помочь? Вы решили уйти на покой? Покой? Какой покой? Вечный? Покой нам только снится. Можно без экивоков, у меня полно дел. А я хочу сделать вам одно предложение. Сразу прерву. Зря стараешься. Такие переговоры не твой ранг. Мне нечего тебе предложить, молодой человек. Только соль и перец. Сумма очень большая. Просто так, но он заплатит. Налом. Ты меня не купишь. В любом случае, еще несколько нулей не хватает. Может, столько стоит сарделька твоего парня, но мы такое даже на завтрак не едим. Вы потеряли нюх. Вы забыли закон джунглей, глядя на меня свысока. Если старый вожак в первую очередь старый, а потом уже вожак, ему лучше подвинуться. Или его подвинут. Я делаю вам одолжение. Это офигенно большая сумма. А это офигенно большой пистолет. Я играю 6 миллионов. Ну а что, класс-то уже не сухой? Гуроги цоцо. Ты ищешь свои яйца или прячешься? Вези мне дверь! Куда ты пополз нахрен? Обожрался пекинских уток и решил, что как вошел, так и выйдешь! Вези мне дверь! Расскажи мне про закон джунглей! Как там было? Что-то там про достоинство? Старый или вожак? В наших джунглях закон один! Яшма, это наша земля, сука!